Это плановая проверка готовности, и это плановое учение белорусских вооруженных сил. Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое, носит плановый характер. Не видим ни признаков подготовки к наступлению на Украину или в Украину, вхождения войск. И особого беспокойства не испытываем. То, что не получилось первый раз, второй гарантированно не получится. Да, что ситуация в принципе изменилась. Тогда же было как? Оперативный фон какой был? Что вот Киев штурмует отборные российские части? Да. А сейчас-то чего? Не хватает войск. А сейчас чего, да? Сами пойдут без российских частей, это абсолютно нереально. Поэтому я не вижу поводов здесь волноваться. Всерьез.